Всем привет! С вами Трэш Фри Файр. И в этом видео я вам покажу настройки игры за пацаны. На телефоны, только на телефоны. На все телефоны. Мне писали под прошлым видеороликом читерские настройки на все телефоны. Мне один чел написал можно настройки на Redmi 7A, и у них сработал на Redmi Note 8 и A31, да, я помню. Там было много лайков, и там было 400 просмотров. Всем, кто смотрел это видео, спасибо. И я хотел выложить вот такую рубрику новую. И мы погнали. А перед началом подпишитесь на канал и поставьте лайк. Все, заходим на настройки. Вот. На чувствительность 100, ставим на все на 100. Я там у Рыса увидел. Все на 100, пацаны, все. Свободный обзор тоже. Настройки HUD. Кнопка огня 100. Да, блин. Кнопка огня. Прозрачность 100. Сейчас снова сделаю. Прозрачность на 100 ставим. И размер кнопки 60. И все. Охраняем. Пацаны, у него DPI, я увидел 392. И я просто через ПК делаю. Я не могу показать DPI. Ну, DPI ставим на 392. Вы, думаю, не тупые и можете сами сделать. Ну, вообще мозг работает. DPI ставим и скорость указателя на 392. Всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был я, Чернота Трэш. Всем пока-пока.